Ё, на вож! Алло, Горсовецкий! Сколько можно? Горсовецкий кипиш. Сегодня о нем. Экстренный выпуск Забеба Ньюс номер 10. Леди и джентльмены, сейчас я буду исполнять комический куплет. А в Горсовете, короче, такая тема. Все уже практически договорились. Всем так казалось. 29 февраля должна была приключиться сессия. И эту сессию якобы должны были инициировать депутаты. Тут началось веселье. Во-первых, бабушкинский суд по иску какого-то горожанина со смешной фамилией внезапно засомневался в том, что Загид Геннадьевич Краснов легитимный секретарь. Сэр. И выкатил что? Определение о том, что Загид Геннадьевич теперь не может подписывать как секретарь никаких документов. И это было в четверг вечером. Сэр. Пятницу началось вообще невообразимое. Тетушня в горсовете, бабки голосистые в горсовете. Все говорят, это загидовские пришли. Загид говорит, нет, не мои. Ну как же это так? Главное что, Виталий Мархасин вдруг внезапно начал вышибать табуретки из-под поп достопочтенных замов Бориса Альбертовича Филатова. И уже Санжара, Погребов, Малошная и сопричастные полулегальные. За всю семью. Об этом бабушкинский суд тоже выкатил какую-то писулю. Что тут началось? Вся вот эта вот шаткая стабильность медным тазиком взяла и накрылась. Будет теперь сессия 29 числа? Хрен знает. Примут ли регламент? Черт пойми. Будет ли бюджет? Вообще в душе нет. Юмор юмором, 130 дней, это Резниченко сказал, горсовет что-то буксует. Сплошная какая-то кулуарщина и борьба. И вопрос о перевыборах, он может встать? Там в Киеве большие папы скажут, эй, в Днепропетровске бардак, а давайте их всех переизберем и распустим. Видите, как смешно. Как же нам все это надоело. Колхоз 40 лет без урожая, горсовет 130 дней без сессии. Что происходит в натуре, а? Давайте-ка, короче, там, чуть-чуть поработайте. С кем, сэр? С лицом. На сегодня все. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и помните. Это и есть комические куплеты. Что там? Что, опять? Кто, Краснов? Кого, Филатова? Сейчас иду уже, да, все, иду.